Всем привет, ребят! С вами я, Кира Найт. В общем, мы приехали сегодня на Малый Утриш. В общем, тут дикое место, должна быть идеально чистая водичка. Ну, к людям пойдем, да. Добирались мы сюда. Добираться до сюда, кстати, не так просто. Вот, я тут ни разу не была. Но я была где-то вон там на лагунах. Вот. Сейчас посмотрим с вами водичку. Потом я покажу, где мы остановились. О, смотрите, какие бассейники прикольные. Все. Я ложусь и я просто тут лежу. Все, я больше... В смысле фигня? Мне вот этого вполне достаточно. Вот, давайте тут, да? Сейчас мы воду все сейчас испробуем. В общем, ребята, я все потом еще подробненько расскажу, покажу, где, что, как, кого. Вот, сейчас вам водичку заценю. Вода вообще обалденная. Так, мне достаточно вот этого бассейна. Все. Ай, ай, ай. Ух ты, ё-моё. Ну, это то, что мы перегрелись, наверное. А вообще вода, посмотрите, посмотрите, ребята, вода кристально чистая. Тут, кстати, всегда такая водичка. Надеюсь, хорошо слышно. Надеюсь, безветренно слышно, потому что ветер очень жесткий. Посмотрите. Какая прелесть. Просто никогошеньки. Ну как никогошеньки? Ну вы поняли. Вот, точно. Вот это эти палатки, домики. Что-то они дорого стоят, я знаю. Вот, а мы ездили аж куда-то вот туда, короче, далеко. Посмотрите, какая красота. Какая красота. Вот, мы остановились вот там. Я вам потом покажу. Ну, водичка, конечно, бомба. Ну, чё, девочки? Давайте. Магазинчик, вот калиточка. О, сейчас мы спросим код. А вы не скажете, какой код? Чё, горячая? Так, о, тут прудик есть. А вон там посидеть, смотри, посидеть, беседки есть. Вон там уже. Скамеечки, мангал, шашлычок пожарить. Вот такие вот номера. В таких вот домиках. А тут много достаточно, да? Большая такая база. Теннисный столик. Вик, ты хотела в теннис поиграть? Подожди, а нам туда разве? Я думала, нам туда. А, столу... а там, да? А, точно. Вот у каждого домика столики. Сушки для белья есть. Ну вообще красота, представляете, да, вокруг просто леса, горы. Так, нам сюда, да? Не, я хочу поснимать. Вообще воздух потрясающий. Ой, тут тоже нужно посидеть, кстати. Так, сейчас покажу. Наш номер, ой, не рухнуть бы. Опачки, опачки. Заходим. Ой, тут раз номер, два, три, четыре номера получается. Так, давай, открываем. Сейчас будет рум-тур. У нас, правда, уже там разложены вещи. О, как прохладно, даже без кандика прохладно. Даже без кандика прохладно. Так, ну-ка дайте. Пол холодный, да. Так, сразу смотрим туалет. Плиточка, видно, новенькая. Все так чистенько, нормальненько. Сейчас все испытаем. Я в душу не ходила, что-то мне было лень. Вот, тут мы уже расставились. Это я. Иду, сходили, искупались. Вот.
Что-то у нас тут бардак, девочки. Сейчас, подожди. А, так, тут это мы уже поесть сварили, вещи, в общем, все раз... Бардак, вот называется, я работаю в Калининграде, работаю. Можно сходить поставить чайник, можно. Телевизор, лампочка, холодильник. Заполонили, все привезли из дома. Вот, ну ладно, можно тут побардачить пока. Вы что, девочки, устали, что ли? Вот, окошко у нас там море чуть-чуть даже видать. Ой, простите, люди. Вот там даже море видать, если повыше встать. Ну что, ребят, сказать? В общем, сегодня был такой лайф-влог. Ну, потому что еще с дороги, да, вот этот вот серпантин, вот это вот детям плохо, вот. Но я это нормально переношу, это я ездила по таким дорогам уже не раз, вот. Ветер, что самое вот такое, это ветер постоянно в глаза, у меня глаза слезятся, глаза красные, то есть вот ветер вообще все портит, всю картину. Вот, поэтому сегодня такое лайв-видео, и сейчас спатеньки будем, время еще сколько, Вик, 9 часов, да? Вика, время сколько? Полдесятого. И у меня глаза уже вообще закрываются, потому что я сегодня встала в 4:30, ну, как обычно, вы понимаете, да? И все равно немножко от этого, от дороги, от ветра меня вымотало. Вот, мы находимся на... базе отдыха Малый Утриш в Малом Утрише. Ссылочки я потом все оставлю там в описании. Также в Телеграм проходите. Все ссылочки, адреса, все будет там. Вот, сегодня сходили в магазин и посмотрели цены, потому что до этого я смотрела обзоры, да, на ютубчике, и там что-то рассказывают прям, но цены какие-то небесные, да. Ну, в принципе, сейчас вы сами это все увидите. Вот два магазинчика здесь, которые я нашла. Я думаю, тут больше нет. Вот, и там засняла цены. Молоко 150, ну, 3,5% нормально. 115, ну, дороже, конечно. Мазик 240. Что, на мазик есть спрос? Реально. О, сколько? Вот это 80. А там 100. Там 100. Фурешка 72. 80. Я думала, прям рублей 150 будет. Кашка. Вон тут тарелка. Да, есть. Сахар, ну, 150, в принципе, она такая упаковка так и стоит. 150. Булка хлеба. Булка хлеба 60 рублей. 60 рублей стоит. Ну, всякие сладости вкусные. В принципе, тоже столько же. Что там? Ну, он столько и стоит в магазине. 55 тоже серьезно. Да. Вот этот коренёк. А, и рожок. А, ну вот шоколадки. Шоколадки, смотрите, по 150, 140. Ну, ну, дороже, дороже. Баунти 90. Ну, оно так и стоит в магазине. 90. Тоже так стоит. Сникерс 90. 90, большая 215. Так, чай тоже столько же, да, 70 у нас. А мы что-то видосики смотрели, и там так нас запугали, что цены. А, мне корм интересно. Я видела корм в этом магазине 570. Сейчас надо будет посмотреть. Вот щетки сколько стоят? Сейчас я этот же магазин смотрела. 170, 150, Гринфилд. Ну, предметы первой необходимости. Что тут у нас еще? Мыло, шампунь. Ну, чистая линия, да, 220 рублей. Это дорого для чистой линии. Молочко защитное тоже лучше покупать там у себя. Девочки, 45 рублей бумага туалетная. Короче, на предметы первой необходимости... цены большие. Вот 40, вот 35 рублей бумага туалетная.
То есть такие вот хлеб, бумага. Так, салфетки нет. Что еще посмотреть? Мороженое. Давайте посмотрим. Большой папа рожок 120. 35 рублей. Ну, у нас 20 стоит, наверное, да? Ну да. Ну, в принципе, цены уж не совсем кусаются. Но бумагу за 45 рублей, конечно. Ну да, нет, тут все вместе продают таблетки. Викопластырь, батарейки. Вот такое вот тут. Фонарики, карты. Сувенирчики всякие. 120 рублей. А, тут не написано, что это малоутриш. А, вот корм. 190. У нас такая же упаковка столько же стоит. 190. Угу. Ну вот Вискас у нас столько же стоит. Так, и тут смотрите, что у нас есть. Душ 150 рублей, туалет 20 рублей, заморозка 100 рублей. Не знаю, что такое заморозка. А, что-то заморозить положить. Зарядка телефона 30, зарядка других устройств 50 рублей. Вот. Это у нас магазинчик. Вот такую вот надписью. Типа как под магнит сделано. Просто в магазин. Мидии тут, устрицы тут, рыба. Так, ребятки, сейчас мы вот в этот магазин зайдем. Посмотрим, что у нас тут по ценам. Это магазин уже ближе, где мы проживаем. Так что пойдемте посмотрим. 60, 120. Лук по 60. Так, уголь 300 рублей. Тоже важная штука. Бумага туалетная 20. Так, что у нас подошиком. Ой, я такого не видела, бегланчу. 90 рублей. Дошек 30. Моя цена 25. У нас сколько стоит моя цена? Рублей 7. 7, 6. Так, ну, тут 10. По 100 рублей доширак. Трошечка 70. Что-то у нас синечки. Вон еще от бегланча вообще. А, бегланчу 100 рублей. А это пиалы. Семечки по 80, у нас такие 64, но не намного цена. А семечки намного? Нет, у нас 64, 70 в пятерке стоит. А, это 90 семечки? Нет. Чай. Ну, чай, мне кажется, ну, блин, вот, такие, вот это вот только сколько, интересно, 40 рублей. А можно купить сон? Ну, только у меня сейчас нет с собой денег. Давай уж завтра. Конфетки, сосалки. Чипсы, русская картошка. Русская картошка, не вижу сколько. Чьи-то 100. Палочки кукурузные 80. Чокопай 120. Что-то не помню, у нас сколько. Молоко. Так, ну вот самое. Жесткий 100 рублей. 3,2 по жирности 120. О, коровка из кореневки, интересно. 160, нихера себе. Ладно. Попугайчик. Хлеб. Сколько хлеб? Непонятно. Ценника нет. О, сахар. 140 рублей. 140. Так, яйца 150 рублей. На, ну вот, смотрите сами. А вот этот йогурт, сколько, Вероник, мы покупаем? Иди сюда. Вероник. Вот этот твой 20 чем-то. Угу. Ну, в принципе, 570 килограмм. Ничего. Угу. Вот что у нас по мороженкам. Коровка 100 рублей.
Слушай, а у нас в магните коровка, по-моему, 110-112, да, стоит? По-моему, что-то такое. Ну, 60 чем-то. По-моему. У нас в станичном. В станичном всегда дешевле. Но в магнитах сейчас они тоже цены подняли. Большой папа 120. Это я кого знаю, говорю, Экзо. Экзо 120. Сникерс Баунти 110. В принципе, такие вот. Так что все, ребят, глаза закрываются. Завтра я уже с утречка встану в 5 утра и пойду вам сделаю мини такую экскурсию, что я запомнила, расскажу и покажу. Мы с вами с утречка искупаемся на море, пока никого не будет. Вот. Так что все, ребят, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. С вами была я, Кира Нет. Пока-пока. Все ссылки в описании и в закрепленном комментарии.